Привет, меломаны! Прежде чем начать угадывать, хочу поздравить всех школьников и студентов с началом учебного года. Ставь лайк, если уже ждешь следующих летних каникул. А также досмотри этот видос до самого конца, где ты получишь самое приятное домашнее задание в твоей жизни. Поехали! Белые розы, желтые тюльпаны и сибирские морозы. Ну, конечно же, это хит от Димы Билана про белые розы. Эта ностальгичная песня, посвященная хитам 90-х, появилась 10 июля этого года и в первые же сутки собрала миллионы прослушиваний. Вторая загадка – это горячая музыкальная новиночка от обворожительной Юлианы Карауловой «Танцы на нервах». Трек был презентован 4 сентября, а в клипе на него Юлиана выступила в двойном образе роскошной сексуальной блондинки и брюнетки. В общем, трек и клип просто огонь. Всем рекомендую, а ссылочка в описании. Если не ты, это конец. Третья загадка – это молодежный хит от рэпера Гуди под названием «Панамера». Этот трек со смыслом, посвященный популярному авто от Porsche, появился летом этого года и получился очень проникновенным. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Думаю, по одним только пчелам можно было узнать супер пчелиный хит от Раса «Пчеловод». Этот зажигательный трек, выйдя в начале июля, быстро стал популярным и довольно часто звучит в эфирах радиостанций. Надеюсь, вы смогли догадаться, что это набирающий популярность хит «Девочка в тренде» от исполнителя Мика. Песня вышла в начале июля и посвящается всем девушкам из музыкальной социальной сети TikTok. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в TikTok. Она любит лайки, лайки, лайки. Как же мне теперь ее найти, найти? Шестая загадка – это полюбившийся миллионам фит ЛДЖ с европейской поп-звездой Эры Эстрефи «Саянара, детка». В треке рэпер разбивает сердце девушки, возложившей на него слишком большие надежды, а Эра исполняет припевы на английском языке. Седьмая загадка посвящается новой покупке и по совместительству новому треку от Моргенштерна «Новый Мерин». Недавно рэпер сообщил, что уходит с Ютуба, однако все же решил вернуться с новой песней и клипом.
самый новый Мерин забрал. У тебя горит, парень, ай. У меня горит, это габарит. Слишком много фиолетового цвета. Ну, конечно же, это совместный сингл дуэта Раса с украинским хип-хоп проектом Кавабанга Дип Калибри «Фиолетово». Совместная новинка вышла в апреле этого года и пропитана атмосферой улетных тусовок и танцев до утра. Мы так любим танцпол с таблетками, мотыльками на свет фиолетовый. Не забудем с тобой это лето мы. А теперь обещанное ДЗ. Внимательно посмотри на эти две картинки и обязательно напиши в комментариях, какую песню мы загадали. Рандомно 20 человек, которые правильно угадают, получат возможность гарантированно попасть в наш следующий ролик. Ну а вот так выглядит список победителей прошлого выпуска. А с тобой были я, Илья, и канал Music Club. Если понравился ролик, ставь лайк и обязательно подписывайся в наш музыкальный клуб. А также активируй колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск.